Несправедливость, наверное. Когда они не ценят дружбы. Крикливые бывают. Не по теме кричат. Нервные. Особенно, которые очень много денег хотят. Чем богаче, тем жаднее. Так что и сильно-то не очень. Мало улыбаются. Да ничего вроде бы. Негатив. Не нравится мне. Алкоголь, курение, ненормативная лексика. А как с этим можно бороться? Книжки читать умные. Меньше в интернете сидеть. Спортом заниматься. Ну все, и развиваться. Хамство, грубость. Как бороться? Воспитанием нам надо заниматься в семье, в семьях и в школе. Неуважение друг к другу. Ну что, врут. Что ходит по ночам. Раздражает то, что наши люди настолько забиты своими проблемами и на контакт вообще не хотят идти. Ходят без улыбки, всегда какие-то загруженные чем-то, негативные, злые, и просто на контакт вообще не хотят идти. Неприязненные отношения. Наверное, невнимание к другим. Вранье. Ох, раздражает. Люди должны всегда говорить правду. Здесь и честность в людях проявляется, благородство. Когда человек действительно правдивый и сам не врет, не обманывает никого и требует от себя такого же обращения к себе. То, что люди любят в основном предавать друг друга, как бы обманывать, кто-то вот. Ну, а сталкиваться, не знаю, там... Верить все равно людям надо, прощать их надо. Хамство и наглость. Мне не нравится нетерпение, жадность, грубость. Как с этим бороться? Нужно быть добрее. Неуважение молодежи к пожилым людям. Вот чем меня даже больше раздражает. Вот сидит он тупой на этой лавочке, стоит бабушка, и никто даже места никогда не уступит. Ничего не раздражает? Наглость, некомпетентность. Я работаю, эти журналы, газеты продаю в киоске на БЛПК. Вот приходится сталкиваться, мелочи нет, сдачи тут начинает. Нечестность и необязательность, и безответственность. Часто вы с этим сталкиваетесь? Нет, не очень. У нас в городе живут очень хорошие люди.